Всем добрый вечер. Вы на канале нашего питомника Чихуахуа Golden Willow, который находится в Симферополе, в Крыму. Солнышко у нас село, и вот такой вот замечательный у нас вечер. Чишки резвые, довольные. Такой жары нету сумасшедшей. И гуляем. И ночь в нашем питомнике. Забронирована вот эта девочка, Паулиночка. Забронировала Наталья, а будет наша девочка москвичка. В четверг она поедет у нас нашей крымской зооперевозкой Арменом. Вот такая девчоночка. Последняя девочка, которая осталась, в этом поймете. Наталья, включайте вашу красотку Паулинку. Не знаю, оставят они это имя ей или нет, но... Надеюсь, что нам вышлют. Покажись. Хочу сказать, что у нас открыты и для бронищенки, и готовы к переезду. Из этого помета у нас остаются мальчишки. Два кремовых мальчишечки. Платошка с черным носиком. Такой кремовый мальчик. Примерный вес 2700. Во взрослом виде собачки. Вот такой шустрый, задорный мальчуган. Так, уже я перепутала. Где он? Вон он. Нет, не он. Где же он? Это у нас Оникс. Это другой помет. Покажу его. Оникс. Белый с кремовыми ушами. И немного-немного кремовых пятнышек. Этот мальчик будет примерно где-то 3200. Кому интересен такой вес, очень многим не писали, звонили, хотели, но не было. Не было на тот момент таких вот стандартных, скажем так, даже чуть больше стандарта мальчик. Ну, хотели крепкого, большенького мальчика. Вот на данный момент он имеется. Звоните, пишите мне на Viber, на WhatsApp, кому как удобно. Номер телефона я всегда даю. Вот, за которого я говорила, Платошка, черноносый мальчик. Пять щенков было в помете. Платошек. Видно, что все щенки крепенькие, здоровенькие. Щеночки все привиты. Ставим мы мультикан 4 на данный момент. Потому что набивалка у нас в Крыму, днем с огнем не сыщешь. Вот этот помет, да. И вот у нас еще Парис. Парис, ты где? Тоже кремовый мальчик. Из 5 щеночков вот остаются 2 мальчишки. У этого мальчика шоколадный нос. И он у нас вот такой хороший мальчик. Примерный вес где-то 2, скорее всего. Ну, до 2700 будет вот такой тоже. Может, чуть-чуть поменьше Платоши. Может, 2600. Может, 2500. Ах, кто меня тут укусил. А также у нас свободен вот такой мальчик. Яркого рыжего солнышко. Элвин. Мальчику почти 7 месяцев. Готов к переезду. Крепкий, хороший, коренастый малыш. Шоколадно-носый. Вот такой он яркий. Элвин, покажись. Курносенький, лобастенький. Подъем головы очень красивый. Мальчик. Оскар. Ну, этот маленький. Маленький мальчонка. Я сегодня писала простенький, а мне написали. Нет. Хороший малыш. Видно, да, что он поменьше всех? Ну, такой хорошенький. Прямо вот берешь. И ровненький весь. Носик в стандарте. Не короткий. Чуть-чуть. Чуть-чуть такой длинненький. Ну, как раньше чишки были. Хороший. Бело-кремовый малыш. Остается у нас одна единственная девочка. Как ее еще купили, не знаю. Вот такая красота. Смотрите на спинку. Будете ходить и будете оборачиваться. Что это за порода, вы спрашиваете? Это правда.
это не могли, запрещенный окрас. Это краб. Бело-черная. Черную крапушку. Да, девочка. Девочка примерно будет 2-2-200, то есть не крупная. Ее сестричка Минечка уехала у нас в Питер. Там Минечка уже набрала 100 кило. Радости. А также у нас есть подрощенные щеночки, которым годик, 11 месяцев, да, 12 месяцев, 11 месяцев, 7 месяцев. И девочки, и мальчики, кому интересно, спрашивайте, узнавайте. Скину видео на WhatsApp или Viber, видео, фото по запросу. Мы так веселимся хорошо. Длина шерстная, такие мальчишки белокремовые, красавцы. Не знаю, хотели завтра приехать за ним, но пока не звонят. Пока не звонили. Лиловый мальчик. Лилова подпалы. Такой красавец у нас. Покажи. Да, зайчик. Ну, пока я под вопросом, конечно, буду ли я его продавать или нет. Пока под вопросом. Как они стоят красиво. Видео можно снимать с ними вечно. Катюшечка. Ровненький, хорошенький. Красивый мальчик. Топорец. Все, пошел горку изучать. Перепорошили все мне камни. Уже где-то есть, где-то нет. Оскар. Малышок. Мышоночек. Такой мышоночек. Сладенький. Эй, ты что делаешь? Ты пометил? За праздник. И так тоже бывает. Джаз. 12 месяцев. Мальчишка не крупный, бело-шоколадный, хороший. Как быть не смеяться. А в общем-то всем хороших выходных, хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал, получайте видео позитивные с нашими детками и собачками. Всем пока-пока. До скорых встреч!